класса достойного раб. Хочешь знать, существуют ли адские муки? Жизнь среди недостойных – вот истинный ад! Бык землю держит испокон веков, телец вверху за толщей облаков. Глядись глазами разума, увидишь ты сборище ослов меж двух быков. Лучше впасть в нищету, голодать и красть, чем число лизоблюдов презренных попасть. Лучше кости глотать, чем плеститься сластями за столом у мерзавцев, имеющих власть. Некий круг заключил наш приход и упал. Днем конца и начала никто не найдет, и никто еще верно сказать не сумел нам. Мы откуда пришли, что за гробом нас ждет? В этом призрачном мире